Что-то заснул, что ли? Никого не пускает. И сам что-то уже объелся. Щегольчик. Кстати, заметьте, на крыльях у каждого щегла свои отличительные знаки. Вот у этого такие типа лепестков, не лепестков, каких-то непонятных. Все-таки. О, все-таки снегирю надоело его ждать. Пришел и разогнал. Но в дело вмешался дубонос. Как же без тебя тут разборки произойдут? Так, а кстати. Судя по хвосту, это разные дубоносы. Вот у этого, видите, на хвосте совсем другая метка, на самом кончике белая. Но с таким, с правой стороны у него такой клинышек. Надо у всех дубоносов, которых я снимал, посмотреть кончики хвоста. Потому что я видел, что они как парочкой тут как-то летели. Но в кормушке всегда по одному. Кормятся. Главное... Один смелый, ну, такой сравнительно смелый, а другой, только начинаешь подходить, он издалека тебя видит и улетает. Оп. Как бы подкрасться, сфотографировать у него хвост. Да, друзья, обратите внимание, это другой дубонос. У этого совсем другая разметка на хвосте. Вот те раз. А я в течение 2 месяцев здоровался с ним как с родным. С кем же я тогда здоровался? Интересно. Короче, они шифровались под одного. Видите, справа на кончике хвоста нет того белого клинышка. Снег идет. Сегодня что-то они меня поближе подпускают. Подпустили. Кто, интересно, из них мальчик, а кто девочка? С этим надо разобраться. Да не бойся, не бойся. Мне теперь тебя надо идентифицировать. Друг ты мне или не друг? Ну,
По-моему, это мой друг все-таки. Так, глазки у нее такие кошачьи почти. По краям желто, в середине черно. Ну все, все, попозировал и улетел.